Меня всегда интересовало, как эта штука работает. Это счетчик на парковке. Короче, там, оказывается, написано. Давайте я к другому подойду, здесь не видно нифига. Вот такие счетчики стоят, да? Expired. Наверное, зеленая должна быть, когда ты там платил. Блин, вообще такие высокие здесь-то. И опять не видно. Пойдем к другому. Вот только что там стоял, читал. О, здесь они низенькие, чистенькие. Короче, написано. 1 минута for each nickel. 1 минута for each nickel, это 5 центов 1 минута. Потом идет, как же тут, о, тень создать надо. 3 минуты for each dime. То есть дайм это 10 центов, кидаешь, 3 минуты получаешь. То есть получается, сколько? 10 даймов, это 1 доллар. 10 дэмов 30 минут. Получается 2 доллара в час. Или ты получаешь 7 минут за 1 квартер. Квартер это 25 центов. Здесь уже сами считайте, сколько час получается. Короче, 2,50 за 70 минут. Ни разу ими не пользовался. Не знаю, как-то мне жалко за это платить. Машину припарковал на парковке. Вот на этой вот. Вот на самом высоком этаже, в верхнем этаже я был. Снимал видео. За сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, примерно 6-й этаж. Тут еще большая первая парковка, высота. Для больших грузовиков, машин. Все, сейчас идем гулять. По пляжу и по улице. Развлечения сейчас открываются. Пиво, мороженое, танцы, жманцы, кофе, чай. Все открывается. Шоу начинается. Идем дальше.